Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для плюс один прыжок каждую секунду. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него будет как всегда в описании. А перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10-15 секунд и в принципе можете выходить. Далее заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита. И скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Splash. А далее в поиске пишем название. То есть смотрите, когда вы будете копировать название, плюс один не копируйте. Потому что если вы скопируете с плюс один, к сожалению, на сайте у вас этот скрипт не получится найти. Нужно именно копировать без плюс один. Вот, я сейчас написал, смотрите, без плюс один. И как видите, у меня скрипт нашелся. Далее нажимаем кнопочку скачать. Потом еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Потом заходим в игру, открываем чит. В чит вставляем скрипт. Далее заходим в настройки. Включаем функцию Fix Kick Error, если она у вас не включена. Эта функция нужна для того, чтобы вас... Не выкинуло с игры. И потом вы час не ждали. Потому что, как вы знаете, иногда бывает такое, то, что вас кикает, и нужно ждать час, чтобы потом зайти в хоть какой-то режим. И выбираем DLL от CRNL. Напомню то, что DLL от CRNL используется с ключ-системой. Естественно, это DLL лучше, чем VRDevs, но можете попробовать с VRDevs. Возможно, тоже этот скрипт работать будет. Но не знаю, я не проверял, если что. Далее нажимаем кнопочку Inject и ждем, пока мы с вами заинжектимся. Смотрите, иногда бывает вот такая фигня, то что написала две строчки и на этом зависает. Что в этом случае нужно делать? Вы наводитесь на нижнюю панель, где иконка Roblox, и через крестик закрываете вот это окошко. Далее заново нажимаете Inject. Так, сейчас, секунду. Тут ошибка какая-то вылезла. Ее тоже закрываем. И нажимаем еще раз Inject. Все, отлично. И как видите, у меня получилось заинжектиться. Также давайте я вам сейчас короткое видео прикреплю. Вы посмотрите, как получить ключ. Там, в принципе, ничего сложного. Я думаю, поймете. Так, ну, в принципе, я думаю, вы поняли, как получать ключ. Сложного там, я думаю, вы ничего не увидели. Далее нажимаем кнопочку Exclude. Так, подождите. Да, давайте здесь нажмем, на этом острове, на этой локации. И посмотрим, сколько побед я буду получать. Все, ждем буквально несколько секунд. И, как видите, мне начислило 3 победы. Отлично. Если я не ошибаюсь, здесь... задержка 6 секунд, вот здесь написано 6. Вы можете, конечно, попробовать поставить, допустим, 3 секунды, но, возможно, этот скрипт перестанет работать. То есть, если 6 секунд для вас более-менее нормально, можете так АФК встать и смотреть, как вам начисляются победы каждые 6 секунд. Либо же все-таки сделать это быстрее как-то, ну, если вам нужно. Ну, вот такой, в принципе, простенький скрипт. Больше в этом скрипте здесь ничего нету, кроме начисления побед. На этом, в принципе, буду заканчивать.
Также напомню то, что ссылочка на мой сайт будет в описании, пользуйтесь им. С вами как всегда был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.